Ой, друзья, привет! Наконец-таки я дома. Фу. У нас так холодно сегодня. Это вообще караул. Только вот захожу домой. Сегодня я такой беленький, тепленький. Был на дне рождения у племянника. Обожрался я этого торта. Ну и не только, конечно. Мне аж дурно стало. Торт, кстати, получился вообще шикарный. Разрез. Я вставлю несколько фоток, если у меня получится там при монтаже поставить. Вчера не смог. В рецепте снимал видео, рецепт, который с тортом поставить, потому что резать же я его не буду. Все-таки это как... В гости я пошел с тортом. Но торт получился вообще шикарный. И разрез, и на вкус полностью вообще прям классненько. Сейчас я переоденусь, налью кофе и поболтаем. Все, переоделся. Что-то я какой-то отекший. Это я вчера поел соленых продуктов. И сразу отекаешь. Блин, жрать вообще ничего нельзя. Кошмар. Фу, только зашел, кофе пить хочу. Я так наелся. Это вообще нечто. Не ел столько давно в таких количествах. Там за столом. Ну, в принципе, как день рождения? Так, просто посидели немножко свои родственники. Племяннику сколько? 15-16, я не помню. Короче, еще маленькой. Вот, пиццу они здоровые три заказывали, три штуки. Там картошка, вот торт, ну, всякое, что и у всех, господи. Чё, кого, чем удивишь, что ли? Никого не удивишь. Я что-то резко в себя всего нажрался. Еле доехал до дома. Прям тяжело мне, не могу. Живот полный. Тем более, я говорю, когда вот долго воздерживаешься от этого, от всего, не ешь всяких гадостей и пакостей, и уже становится как-то это не по себе. Кстати, с 1 августа по сегодняшний, по вчерашний день, вчера я с утра завесился, я потерял 4800. Я считаю, что это нормально за месяц. Но пока, конечно, ничего это не видно. Пока вот еще и отеки есть. Еще надо сбросить сколько-нибудь, не знаю сколько, но я обязательно буду сбрасывать. Был я 81 800, это я взвесился 1 августа с утра, на голодный желудок, с утра встал, не пил, не ел, взвесился. Взвесился вчера, 77 килограмм, но это много, у меня очень маленький рост, потому что, что я 1,70 м всего лишь. Для меня это очень много. Мне надо 70 кг, чтобы во мне было, чтобы и дышать легко было, и ходить легко было. И вообще, чтобы жить было легко. Еще видите, тоже все должно распрямиться. Подтяжку делать. Вот. Посмотрим, как получится, так получится. Не, ну бывает тоже, нажираюсь, срываюсь вечером. Сейчас вот похолодал на улице. Эх, у нас так холодно. В России везде, наверное, так сильно похолодало. Я еще сегодня одевался с утра, думаю, что одеть. Посмотрел в окошко. Ну, так, ветер, осенняя погода, солнца нет. Думаю, вот одену. Хотел футболку. А там вышел, там вообще караул. Одел вот теплую вот эту вот кофту. Как она, худи, хренуди. Не знаю, как она называется. С капюшоном. Куртку не одел. Вышел на улицу. С собой захватил мусор, думаю, мусор вынесу и пойду на трамвай. Обалдеть, пока мусор выносил, думаю, какое ветрище. А пока доехал до другого района, на улице пипец, колотун. Так резко закончилось лето, это нечто. У меня там вдалеке футболки висят. Сковородка лежит. Вчера новую сковородку купил, положил ее, даже еще не смотрел.
купил новую толстую сковороду. У меня там футболка висит. Тут у меня мое полотенце после бани я повесил на кресло. Подсыхает. После бани, после душа, ванной. Купил толстую сковородку вчера. 26 сантиметров. У нее толстый металл. Антипригарная. Сколько она стоит? 1000 с чем-то вроде бы. В Ашане я покупал. Ну и крышку тоже для нее купил. Крышки отдельно продаются, тоже ашановская. Все вместе у меня вышло где-то, ну, наверное, 1500, может быть. Да, меньше. Не помню я, сколько она стоит. Вчера залетел домой, надо же было торт быстрее выпекать, чтобы он до сегодняшнего дня пропитался. Все кинул, сковородку ничего не разбирал, там еще вон, там сзади меня халат лежит мой. Все быстрее, сковородку кинул. Сегодня только вот вспомнил про нее. Чего у меня свет как этот? Когда загораживаешь, ничего не помню. Че со светом? Херня какая-то. Что это такое вообще? Ничего не понимаю. Что-то экспозицию надо. Я не понимаю, что там надо делать. А съемка, это же все долго делается. Это кажется, когда вот видео смотришь, что это все быстро. А, корж там налил, перевернул. Что там это? Херня. На самом деле это сложно. Вообще снимать это сложно. Люди, которые обсирают блогеров там, всякую хрень. Попробуйте хоть одно видео заснять и выложить просто-напросто. Выложить это фигня, это легко, а вот заснять, а тем более, когда готовишь рецепт, где-то что-то там это, тем более, когда один, оператора никого нету, надо, чтобы еще и видно был, и ракурс, и куда-то камеру пришпандорить, и пока жарится, парится, одной рукой это все. Это сложно, это реально сложно. Когда просто ты готовишь, например, не снимаешь на камеру. Ну, готовишь, там это, быстрее как-то все, да? Когда хочешь поделиться рецептом, заснять рецепт, это очень трудно на самом деле. Вчера пока коржи выпекал, это же долго, я же за кадром их выпекал. Все, я же не буду все снимать и выпекать. Это сколько у меня видео длится будет часов. Торт пока крем у меня охладился, пока я это все взбил, ну... Не 5 минут, конечно, это все делается. Я вчера вечером что-то настолько устал, уже прилег, отдыхаю, телевизор смотрел немножко так, эти блогеров посмотрел, кого я смотрю там. Вот, уснул, сегодня встал, собрался и поехал на день рождения. Сейчас вот время сколько. Ну, я недолго был, что я не пью алкоголь, что у меня, господи, у нас семья не пьющая, мы никто никогда не пили. Так, немножко посидели, пожрали, по-русски говоря, и все. Я поехал, потому что дом кое-какие дела вчера стирал, надо сейчас белье развешать, на кухню дела приделать. Кое-что вон подместить, ту же сковородку разложить, там вон эти шобы разложить за спиной, футболки убрать. Я люблю вешать на спинку, на кресло. Пришел, повесил, а потом на вешалке в этот вешаю шифонер. В этот, на вешалку. Вот такие дела, друзья. Хотел мукбанг сделать, но я настолько сыт, что я помру прям в прямом эфире. Не хочу. Сниму, может быть, завтра. Еще у меня рецептики буду снимать. У меня полно рецептов, даже которые на сковороде делать очень такие прикольненькие. Сейчас я попробую в конце видео тут выложить фотки тортика, если они более-менее получились у меня, потому что там... Фон не очень хороший был. Какой тортик вчера я делал, вот какой он в разрезе получился. Но торт бомба, друзья. Всем советую, кто будет смотреть видео. Предыдущее мое видео. Торт на сковороде. Шоколадный торт, бисквитный на сковороде. Шикарный. У меня мать, она не поверила, что если бы не видеорецепт, она говорит, ты купил в магазине, это не ты делал. Он как будто бы вот прям... Ага, говорю, да, но он очень вкусный. Вот этот крем-пломбир... Все пропиталось, там такое, прям класс. Друзья, всем пока-пока, буду завершать. Полежать хочу, отдохнуть, у меня прям это, переел, что-то мне дурновато стало. Еще увидимся, люблю, целую, всех обнимаю. Всем привет, пока-пока-пока.